Здравствуйте! Вы на канале «Любимая дача». Меня зовут Оксана, Иркутский район. Сегодня 18 мая. Расскажу, зачем я мульчирую малину. Пошла к своей малине и встретила по пути белочку с белой грудкой. И вот посмотрите, у этих белок спрятаны запасы. Орешки там или какая-то еда у них. Под каждым деревом вот она ходит, эти запасы откапывает, достает и ест. Не знаю, или зимой они там напрятали, мы им постоянно кладем в кормушку семечки, орешки, сухофрукты, сухарики. Вот они себе делают запасы. Белка линяет сейчас, смешная, такая маленькая, какая-то облезлая вся. Ну, грудка белая. Вот подхожу довольно близко к ней. Ну, ничего, она не боится. Часто малина повреждается малиновой галицей и малиновым клещом. Это такой вредитель, вот малиновая галица, когда растут новые побеги от земли, и у них такие поникшие вялые макушки. То есть они высасывают там весь сок и не дают расти новым хорошим побегам. Я малину мульчирую с осени в октябре. То есть уже когда становится холодно, у нас много хвои сосновой, кедровой. И я насыпаю толстым слоем вот эту мульчу. И весной эту мульчу я не убираю. А наоборот, снова то, что за зиму мы нагребли хвои. У нас хвойников очень много. Смотрите, какой участок. Но если нет хвои, можно и травой, например, там, скошенной с осени. Последний раз газон, если косите, можно замульчировать. И таким образом толстый слой мульчи не позволяет вредителям выйти рано весной и начать портить мою малину. Поэтому у меня вот этой малиновой галицы не бывает. Сквозь мульчу эти вредители не могут пробраться. Да, есть, конечно, минусы, что земля прогреется чуть позже. И, ну, под мульчой, конечно, она позже прогреется. Но я хорошо малину проливаю весной. Здесь было много снега у меня набросано. Проливаю обязательно, прям шланг кладу, чтобы все это текло туда. И подкормлю ее еще азотным удобрением. Настойка из травы у меня стоит в теплице. Вот этой настойки из расчета 1 литр на 10 литров воды в лейку я потом эти ряды пролью. Ну, где-то на такой рядок 2 лейки. 20 литров такого раствора я сделаю. Еще в холодном климате малину желательно пригибать к земле. Я вот всегда ее пригибала, а в этом году часть пригнула, вот та, которая у забора, ее легко отвязать, и она привязана к проволоке. Я ее так снопиками собираю и пригибаю прямо к земле, привязываю друг к другу к эти снопики. А вот эту малину я совсем не привязывала, оставила так, как есть, и на ней совсем нет почек. Ну, надеюсь, что они, может быть, будут позже. А вот эта малина, которая была пригнута и засыпана снегом, на ней уже почки появились. Поэтому, если вы живете в холодной местности, лучше, конечно, малину пригнуть, привязать как можно ниже к земле, чтобы она зимовала под снегом желательно. И вот эту хвою, мульчу, я не убираю в течение всего лета. Она перегнивает. Потом я ее немножко, ну, когда малина уже будет цвести, плодоносить, я ее немножко отгребу, просыплю все золой, пролью водой еще раз по золе и снова эту мульчу загребу сюда. А также добавляю скошенную траву в качестве мульчи. И земля под малиной у меня всегда закрыта.
Нет сорняков, не нужно никакой прополки делать. И вредители весной не могут пробраться через толстый слой мульчи. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, кому полезны такие видео. Всего хорошего, до свидания.